строго сезон. Размножение размножается чуть чаще, во-первых. Во-вторых, с ручными животными общаться гораздо удобнее. Во-вторых. Ну, хотя на зверофермах они не очень-то парятся, я не знаю, все у них нормально. Вот. И третье, это научная цель, доказать дестабилизирующий отбор, то есть отбор по поведению, вызывает химические, гормональные, там, эндокринные, такие разные гормоны. Здесь у нас норки, то есть эксперимент ведется на трех разных видах животных. Совершенно разных. Это, во-первых, грызуны, это крысы, которые, в том числе, здесь ловились, и они отбираются на ручное, на агрессивное поведение. Вот здесь вот у нас норки. Это минкс. Ага. Вот, они отбираются на ручное поведение, на агрессивное поведение. И есть неселекционированные животные, которые не отбираются никак, просто нет. Тут еще украдут коллекция цветовых мутаций норок, которые хотят показать. А вы видите, скорее, как лисица. Хорошие няшки. Здравствуйте. Здравствуйте. Они вас всех, все свои мамы считают. Это молодняк у нас. А основные постарше, это вот нынче ощенились и их отсадили. Это вот самочка, это самец большой. Ой. Норки сидят в норках. А у них отбор на дружелюбное или на агрессивное поведение? А есть ручные, есть агрессивные. А вот вы эти конкретно? А это... Мне кажется, они ну, как бы не ручные, средние. Средние. Средние, я вообще спокойно. Спасибо большое. Сейчас много денег в Крым выделяют. Да, очень сильно.